Рома, милый, я вчера такой фильм посмотрела, и тебе советую посмотреть. Обещаешь? Что это вдруг я должен тебе пообещать посмотреть какой-то там фильм? Ну, Ромочка, милый, там же такая любовь. А у нас что с тобой, какая-то другая любовь? Плохая, что ли? Ой, ну как ты не понимаешь, это же кино, там все красиво. Красота, я смотрю, страшная сила, да, Назым? А ты вот знаешь, какие фильмы смотрят наши с тобой дети? Ну как, какие художественные смотрят? Художественные, вот именно что художественные, ничего кроме художественного в этом фильме нет. Рома, вот знаешь, сегодня к нам в гости придет один известный человек. Он нам ответит на многие вопросы, что касается именно нашего казахстанского кино. Вот у него и спроси, ладно? Угу. Кстати, вот они пришли. Открой дверь, пожалуйста. Угу. А это Ренатик придет и покушает. Hey, people, how life? Я помню еще те времена, когда кино было немым. Смотрели, аж дух захватывало. А сейчас... Никакого сюжета, ни образов, одни эти пих-пих спецэффекты. Кино. Где-то закружится ярких цветов карнавал. Нам это нравится, может, была ты права. Что над землёю любимых времен облака. Только найти и не вернуться назад. Не отпускай, невозможно вернуться назад. Снова прощай, может, это уже навсегда. И на ресницах твоих растаяли капельки льда. Просто прощай, эти дни не вернут никогда. Yeah! Меня сегодня родители пытали насчет кино, что я смотрю. Внук, без кино, особенно музыкального, а если это еще и рок-опера, прожить можно. Но зачем тогда жить? А мне в последнее время и смотреть некогда. То нет, я учеба. Был, я был недавно в кинотеатре. Да. Правда, на таком лажовом фильме. Что за фильм? Американский мультик. Такой он смешанный, скомбинированный мультик с фильмом. Так. А казахстанский? Фильм. Ты их видел? Они в прокате идут вообще сейчас? Нет, я смотрел «Рэкетира». «Рэкетира», да. Вот понравился мне, прикольно так описано то время, 90-е там. Скинь DVD-ку, я тоже понял. Давай. Прикольно. А в прокате идет какое-нибудь казахстанское кино, не знаете сейчас вообще? Мне кажется, казахстанского кино как такового есть оно вообще или нет? Что-то сейчас идет. Идут, да. А вот слушай, в Астане мы проезжали возле центра, помнишь? Там мультяха была именно режиссер казахстанский. Бекмамбетов? Да, его мультяха была какая-то. Ну его сейчас казахстанским особо-то назвать, по-моему... Нельзя, да? Да, особо. То есть все, что он снял в России и на Западе. Ну как да. Бы... То есть осталась только фамилия, ну как бы и то фамилия. А, ну. Ну и то гордость. Да нет, конечно гордость, безусловно. А кроме Бекмамбетова кто-нибудь знает казахстанских режиссеров? Хоть одного назовите. Вопрос назад. Вот мы попали. Проходите, интересно. Какие люди? Здравствуйте. Здрасте. Проходите, пожалуйста. Привет. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Сюда мы вас пришли. Ждали. Может быть, помаленькое уже за кино-то? Нет, давайте уж лучше чаем. Помаленькое тоже неплохо. Ну, да ладно. Ну, давайте, тогда сразу. Ладно, после Назым уложим, и потом. Что сейчас вообще творится в казахстанском кино? Что с ним? Ну, это, наверное, вопрос к коллегу больше, что у нас творится с казахстанским кино. Ром, если сказать кратко, то кино это умерло, оно притворяется живым. Вообще? Вообще. Вообще, на мой взгляд. Потому что не я сказал, но я согласен с тем, что это нафталиновое кино, кино без зрителя, которое снимается для фестивалей, там, на угоду каким-то
верхним интересом, госзаказом и так далее, но у этого кино нет зрителя. К сожалению. Казахстанское кино? Вы о чем вообще? Я не знаю, это что такое. Молодежь, вот со мной абсолютно согласен. Нет, ну а что, наши фильмы не принимают участие в фестивальных каких-то программах? Кочевники или там что-то не завоевывают? Ром, давай так, сколько денег ушло на кочевники, сколько из них ушло на съемку фильма? То есть все сказано само собой. Ручка упала, гости. Но все равно же фильм получился? На 3 с минусом. Это по чьей оценке? Это по оценке кинокритика Борецкого? Не только по зрительской оценке, по тому, как этот фильм принимали, что пытались с него сделать, что было вымучено и не получилось, и потому, что эта картина действительно не наша, и по музыке, и по характеру, и по истории совершенно наивной и примитивной. В данном случае даже «Монгол» Бодрова был сильнее, и говорили, что это Казахстан. Это российский фильм, причем здесь Казахстан? В любом случае, там даже казахов играли, люди далеко не казахи. Мама, для нее каждый день очередная мелодрама с элементами комедии. И, конечно же, она главная и положительная героиня. Конечно. Марк Дакаскас. Марк Дакаскас. Да. Не серьезно. Есть не так я много... не думаю, что уровень фильма «Кочевник» тот же, да? Он ниже уровня тех фильмов, которые идут сегодня в кинотеатрах. Потому что большинство у них это просто коммерческое кино и выжимание денег, да, где охота, даже идеи там никакой нет. Выходишь из кинотеатра на половине фильма. Я ничего не придумываю. Папа. Вся его жизнь – сплошной телевизионный сериал, но сам он уж никогда не смотрит. Не из клуба Борецкого, нет, из других кинотеатров. Ну и все-таки расскажите, что сейчас творится? Ну, все, ну вот как-то... Вот снимается у нас да, что-то? Да, снимается кино. Снимается кино. Вот огромная у нас студия «Казахфильм» есть. То есть съемки идут там постоянно, да? Конечно. И а какое кино снимает? Ну, на 90% это ретро, это кино опоздавшее. Если вы возьмете «Рэкетир», то, скажем, ну, достоинство фильма, что он собрал 1 000 000 в прокате, окупив затраты, ну, скажем, если бы он делался, когда снималась «Бригада», это еще было бы как-то актуально. Ну, но а тогда бы он не собрал, наверное, 1 000 000. Достаточно приличный день. Ну, вот уже. То есть удалось ребятам таки сделать это? Да. Ребятам удалось заработать на да, наших низменных говорим. Чувствах. А? Вот сняли бы кино про меня, а? А что? Я и колоритный, и в душе молодой. Эх, вот это было бы кино, а? Алия, как ты давно смотрелась в зеркало? Сегодня утром, и что? Просто знаешь, такой вид спорта рассчитан для таких, как я, худых и это ловких. Это ты-то ловко, шнурки по полчаса да. завязываешь. А ты вот знаешь, что, что прекращай ты... мне тут. Привет, я Алия. А я Галия. Сегодня мы будем крутить обруч. Да, и, конечно же, выиграю я, потому что я в детстве занималась художественной гимнастикой. Целых 2 дня. Ну да, и что? Близняшки. Они любят одни и те же фильмы, но видят их по-разному. На что спорить-то вообще будем? Тот, кто проиграет, тот будет кушать вишневое варенье. Фу, оно же мерзкое, липкое. Вак. Ладно, давай. Ну все. Так что это ваше? Это искусство зарабатывания денег или и то, и другое вместе взятое? На вопрос 80% это коммерция, это бизнес. Почему? Потому что сегодня зритель, в том числе и наш зритель, которого, может быть, и не нужно менять, и невозможно менять, он приходит в кинотеатр ради энтертеймента, развлечения. Он ест кино, эти эмоции. Да, совершенно верно. С попкорном, с кока-колой и так далее. А вот Джузеппе Торнатори, на твой взгляд, это хороший режиссер или... Да, так, это хороший себе. Режиссер. Это очень хороший режиссер. Золото. Это пожалуйста. Итальянская школа и, в принципе... У нас, видимо, еще гости. Вот так вот. Здравствуйте. Проходите. Чуть-чуть. Здравствуйте. 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 Господа, прошу познакомиться. Это Дидар. Здравствуйте, Дидар. Привет. Главный редактор киностудии «Казахфильм». Мы тут говорим сейчас о кино. Сейчас. Кино сегодня – это искусство, по-вашему, или это средство зарабатывания денег, или что? Мне кажется, и то, и другое, потому что главное, какую цель перед собой ставить. Если это, будем думать, как киноиндустрия, то, конечно, это уже бизнес. А если как киноотрасль, где для государства важно, чтобы определенные его посылы дошли до зрителей, то это киноотрасль. И в этом отношении мне кажется, что какую цель ставить. Либо мы снимаем арт-хаус или коммерческое кино. Все зависит от того, что... какую цель мы преследуем.
Фильмы сейчас они надо говорили, снимать? Пока вас не было? Угу. Это же ужас, ужас. У меня волосы стояли дым. Борецкий, как всегда, говорил, что казахстанское кино нет, что оно нафталиновое, что он там умерло. Я для сказал, Рафаэля. Без зрителя. Без зрителя, вот. Да. А мы кто? Глазки у нас есть же? Нет, тут конкретно, давайте вопрос. Говорится, мы ориентируемся, например, на артхаус. Я бы хотел у Дидара узнать, какой артхаус создает Казахфильм в последнее время? Ну, конечно, вы в этом отношении правы, что по фильмам, если судить, ни один казахстанский фильм, который был снят в жанре артхаус, не завоевал какую-либо награду фестиваля класса А. Я люблю. Но с другой стороны, это до этого было. Позвольте, я вас перебью, спасибо. Я не видел и не слышал даже ни об одной казахстанской ленте, которая была бы снята в жанре артхаус. Я очень люблю артхаус. Рома, ты здесь не прав. Прошлый год, мало кто знает, и я не буду говорить по чьим причинам, эта картина, так сказать, тормозилась, ее прокат в Казахстане. Это фильм Сережи Дворцевого «Тюльпан». Так? Очень хороший фильм. Это гран-при фестиваля в Каннах в программе «Особый взгляд». Это топовое достижение. А где можно приобрести? И в Токио, и в Торонто тоже он занимал. А где можно приобрести гитары? Нигде. А почему так происходит? Ну, я не знаю, это продюсер решает, потому что фильм был снят на частной студии. Uh-huh. А вот с прошлого года, когда в мае пришел в Казахфильм в качестве президента Ермек Амрханович Аманшаев, сейчас уже меняется направление кинопроизводства в том смысле, что мы хотим сейчас получить определенную отдачу, когда уже снимаем какой-либо фильм. Поэтому сейчас Казахфильм старается охватывать весь кинотехнологический процесс, начиная от идеи, кончая вот получением обратно своих денег, показывая эти фильмы на кинотеатрах. Что только не придумают мои любимые жены. Это же не кино, а целый театр, а? Кузенчик, салам алейкум. Здорово. Как дела у тебя? Что? Нормально. Нормально. Слушай, кузен, у меня очень хорошая новость. Ага. Мы сегодня пойдем в кинотеатр, у меня 2 билета. Значит, я тоже пойду, да? Конечно, кузен, обязательно. Блин, я же тебе тоже спасибо. Взял. Спасибо. Кузены, их вкусы на важнейшие из искусств отличаются, как горох и авокадо. А, без проблем, о чем ты говоришь. Единственное, что плохо, я этот билеты на первый ряд взял. Как бы там оттуда плохо видно. Нет, нормально же передний. С первого ряда вообще ничего не вижу, все мутно, знаешь. И вообще, в последнее время у меня что-то с глазами вообще ужасно смотрю, я не знаю, все мутно так, смотри. Я вот не вижу тебя, знаешь, плохо. А, тебе надо, этот, морковь надо кушать. Какая морковь, кузен, с ума сошел, что ли? Я говорю, у меня проблема не с ростом, а с зрением, зрением. Ну я понял, морковь хорошо же помогает. Но, пример, ты в жизни видел какого-нибудь кролика в очках? Нет. Вот логично. Они все кушают морковь, а это хорошо помогает на зрение. Да. Спасибо. А этот фильм про что? Это как называется? Классный фильм. Убойные полицейские, кузен. Чисто голливудский фильм. Ну, там полицейский играет? Да. Ну, да, все. Значит, казахи там все. Чего? Полицейские казахи? Если полицейские, тогда все казахи. Почему казахи? Потому что копы всегда опаздывают. В конце перестрелки приезжают. Да? Ни одного режиссера, ни одного фильма не вспомните. Не, серьезно, ни одного фильма не вспомнил. Ну, кроме «Рэкетира», допустим. Нет, «Рэкетир» потом, а «Король» вот я смотрел. «Король»? «Король». Корой? Да. Слушай, 90-е, да, по-моему, были? Про Казахстан с Дакаскосом. Вот кочевники. Кочевники, да. Кочевники. А где его снимали? Местные. Здесь? На Юли снимали. Вот его я смотрел. Правда, нет, в плохом качестве. Я хочу хорошего посмотреть. И как тебе? Мне понравился. Ну, в принципе, там я не особенно думаю, что раскрывается жизнь прям 100%, потому что здесь все по-другому. Ну, как мне кажется. Ну, это время изменилось. Конечно, по-другому здесь. Нет, это точно по-другому. Вот. В каком смысле по-другому? Вообще, я думаю... Ну, вместо лошадей Infinity. Нет, ну это понятно. Ну, допустим, это что у нас получилось? Бекмамбетов? Фара?
режиссер из актеров «Фара», потом кто еще есть? Ну, можно сказать, что доказательство. Что, серьезно? Ну, закончилось, что ли? Казахстанское кино. Нигматуллина актриса есть. О, Нигматуллин сам, Нигматуллин. Ее дочь тоже сейчас в фильмах, сериалах российских снимается. Ну, в российских, да. Слушай, а документальное кино же снимают? Да. Ну, как в любой, наверное, стране снимают документальное. Я просто, у меня времени не хватает. Я на учебе тоже, в гараже. И вот так вспомнить даже, что последнего смотрел, даже не приходит. Ну, мы жизненные смотрим в основном. Потом комедии вот советские вот эти все. «Джентльмен удачи», «Приключения Шурика». Не, ну это старые все, ну, новые. Ну, боевики уже надоели всякие вот эти. Ну, это уже... А из новых фильмов чего-нибудь можете вспомнить? Не казахстанских, ладно, понятно. С этой темой все понятно. Я смотрел из новых «Бесславных ублюдков». «Бесславных ублюдков» — это с Брэдом Питтом, который? Да. И как? Супер фильм. Хороший, да? Супер, да. Очень хороший. Там прям много крови. О, это в смысле? Так критерий хорошего фильма много крови? Нет, но в стиле Тарантино. В принципе, я думаю, любой, кто посещают именно фильмы Тарантино, ждут от него там какие-то такие действия, кровь там, ну, экшен, да, всякое такое, да. Закрываю глаза, может быть, небеса, или может океана темная глубина. Может, это ответ, может, это вопрос, кто нашел и кто пойдет за облаками грез. Когда смотрю в твои глаза, не я. В моей душе осталось навсегда. Разлуки, дождь и печали, река и любви берега. Друг от друга далеко не переплыть никогда. Над рекою туман, где ложь и обман. Я не живу, пока я там. Я не живу, пока я там. Глаза, может быть, чудеса. Над землею проплывают любовь и весна. Знаю, это лишь сон, где в тебя я влюблен. А наяву остались боли, реки, слёзы. Когда смотрю в твои глаза, не я. В моей душе осталось навсегда. Вот был у нас беспрецедентный такой факт. 20 лет, кстати, исполнилось уже. Рашид Нугманов, картина «Игла» с Виктором Цоем. Культовая картина среди молодежи. Были найдены все ингредиенты по стилю, по герою главному, чтобы Цоя пригласить. У нас когда появится очередной культовый фильм, на который смогут пойти вот те же ребята? Когда Цой появится, тогда и... А какое кино вообще надо снимать, чтобы было... Ну почему вы говорите сейчас только о молодежи? Например, мне тоже интересно было бы сходить в кино. Но я не люблю экшен, например. Ты бы с удовольствием посмотрела мелодраму, правильно? Да, я бы посмотрела хорошую комедию, не дебильную какую-то. Олег Михайлович прав, в принципе, потому что основными потенциальными зрителями в данное время и в Казахстане, и в России... являются именно зрители от 14 до 25 лет. И в этом отношении молодежные фильмы, они более лучше прорываются на рынок. Это в этом отношении вы правы. Но, конечно, это не говорит, что старшие вот по возрасту люди не ходят в кино. И для этого обычно выбирается другой герой, более-менее молодой, чтобы показывать, например, жизнь старшего поколения. То, что было сделано в фильме «Ирония судьбы 2»,
в фильме Тимура Бекмамбетова, да? А у нас в Казахстане есть специалисты? Мы можем своими силами полностью от и до, чтобы не брать много денег для того, чтобы оплатить режиссёру? Офигительную картину можем мы снять сами? Я думаю, конечно. Сейчас вот мы запустили молодого режиссера Фархата Шарипова. У него вот тоже на молодежную тему фильм называется «Сказ о розовом зайце». Мы ожидаем, что он будет довольно-таки очень интересным молодежным кино. Раз уж мы заговорили о казах-фильме «От слоя об игле», я предлагаю вам всем, дорогие друзья, посмотреть на наш монитор. Был у меня единственный друг, больше, чем друг. Ну вот раньше же снимали. Это, кстати, часть. Это можно было продолжить. Да, верхушка айсберга. Да. Я для сохранения нашего своевременного. Именно вот и в следующем году хочет вот сохранить этот темп производства кино. Mm-hmm. То есть около 12-13 фильмов в год. И мы надеемся, что количество перейдет в качество. Один из спортивных снарядов в упражнениях по художественной гимнастике. Также он используется как тренажер для похудения. Сегодня у меня клевый тренер Алия, и она может крутить сразу 1000 обручей. Привет, Алия. Привет. Это правда, то, что ты можешь крутить? Ну, вообще, да. Прям 1000? Ну, не 1000, но немножко меньше. Точно даты, когда был изобретен обруч, нет. В Британском музее есть ваза, на которой изображен атлет с обручем, который очень напоминает современный хула-хуп. Давай сначала, наверное, мы с тобой попробуем покрутить Наталье обруч. Наталье обруч? Да. Если честно, я вообще не умею крутить обруч. Ничего. Попробуешь, получится. Давай, ну, давайте. Оказывается, хула-хуп – это английское название современного обруча. Произошло от гавайского танца хула и английского слова обруч. Делай. Ножки вместе соединяешь, Галия. Делаешь за темп и крути. Что такое за темп? За темп. Замахиваешь обруч, ага, и закручиваешь. Крути, крути, крути. Ручки подними наверх. Точно наверх. Вот. Мы имеем возможность заниматься с обручем благодаря Ричарду Кнеру. Он случайно услышал о игрушке австралийских аборигенов и создал свою версию, хотя ни разу не видел оригинала. Да? А, он падает. И падает. Ножки вместе соединяй. И делай волну, пускай волну прям. Вот так? Желательно снизу вверх. А, вот такую волну? Сейчас, давайте я попробую так. С ног в, да, голову, да? Давай, с колена начинаешь и крутишь. Так? Стараешься. Давай боком стой. Коленку сгибаешь, идешь. Пошла волна наверх. Вот, вторую ножку не подключай, старайся. Вот, 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 вот. Да, получается, давай. Теперь, собственно, о технике. Первая стойка. Ноги должны быть вместе. Руки в стороны или вверх. Спина строго прямая. Если ноги широко расставлены, то не получится достаточно эффективно контролировать движение обруча. Крути, 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 не останавливайся. Быстрее. А почему он падает? Как его можно поднять вверх? Поднять вверх? Да, ну он падает, падает. Давай я тебе покажу. Давайте. Смотри, с колен делаешь затемп и поднимаешь. Делаешь что? Затемп. Затемп? Ну вот, толчок. А, толчок. Толчок, ага, коленкой. И уже поднимаешь быстрее-быстрее темп. Нарабатываешь, угу, и пускаешь волну. Второе. Движения талии должны быть ритмичные и спокойные. Главное, не дергать талии зад вперед. Необходимо делать вращательные движения. И самое главное, сейчас не останавливай темп. Сейчас я вам покажу, темп, как меня научила Алия. Ножки вместе. Вот. Получается? Да, теперь давай это... Как все просто, я точно выиграю свою сестру. Давай, давай, крути, не останавливай.
Вот, крути. Ничего. Алия, вы знаете, мне сестра сказала, что вы мне дадите пояс с магнитиками, чтобы обручи не падали. Это правда? Нет, это неправда на самом деле. Она меня обманула. Ужас. Вот я ей тоже припомню. Как так? Вообще, ничего, пояса никакого не должно быть. Нет, абсолютно никакого. Только сама талия держит да, обруч. Конечно. Ужас. Талия и техника держания обруча. Допрыгаются мои близняшки, а? А моим кузенам все нипочем. Опять спорят. Ну, только посмотрите, а? Что они придумали? Отдают. Кузен, знаешь, я тебя вчера на улице видел. Ты куда-то торопился, еще велосипед толкал. Да, что-то да, непонятно. Да. Я в кино торопился. Сейчас же один классный казак, короче, снялся в голливудском фильме. В кинотеатре показывает. Ты видел, не видел, не знаю. Нет. Туда я торопился. До того сильно торопился. У меня даже времени не было сесть на этот велосипед. Представляешь, кузен? Бежал вот так. А это фильм нормальный фильм? Шикарный фильм. Мне вообще в последнее время нравится, вот, как снимаются вот, казахстанские актеры в Голливуде, там во Франции. Да-да-да. Я еще заметил, давно этот был же старый фильм итальянский. «Спрут» назывался. Сериал «Спрут». Итальянский сериал «Спрут»? Так, да. Так. А, давно да, был. Там они снимались. Казахи? Да. Подожди, а где там казахи снимались? Ну ладно, тогда другой вопрос. Почему наши казашки не побеждают в фигурном катании? Фигуры нет. Фигура есть, катания нет. Катание убили в «Спруте». Что-то так трудно стало. Да, в конце же убили. Видишь? Да. Еще, кстати, когда я тебя видел вчера, я тоже ходил в кинотеатр. Кинотеатр? Да. А ты что за фильм смотрел? Ужас фильм показывал. Фильм называется «Звонок». О, «Звонок». Ужасный фильм. Блин. Сейчас, подожди. Алло? Семь дней. А, извините, не слышно, можно погромче? Семь дней. А, спасибо, да-да, я помню, ага, я помню, давайте, ага. Че, кто звонил тебе? Это с банка звонит, это кредит надо погасить, 7 дней осталось говорить. Казахстанскому широкому зрителю наше же собственное родимое кино, оно по большому счету недоступно. Его не берут в прокат кинотеатры, да? Эта информация верна, если мы говорим до, скажем, до нынешнего года. Давайте да? по факту говорить, вот сегодня. В этом году, почему на кинотеатрах показываются все фильмы, которые выпускаются на Казахфильме. Например, тот же «Биржан Сал», вот «Прыжок Афалины» сейчас начнется прокат, «Секир», «Цветочник», «Рывок». Вот все эти фильмы будут показываться до конца года на кинотеатрах А Казахстана. На кого ориентированы фильмы Казахфильма? В основном вот в данное время там есть разные фильмы. Есть молодежные фильмы, которые ориентированы вот от 15 до 25 лет. И для, именно специально для казахской аудитории, вот «Биржан Сал», например, да? А «Прыжок Афалины» тоже, мне кажется, вот 15-30 лет где-то, мне кажется, охватывает. А в Казахстане можно вообще вот на прокате купить фильм? Реально это или нет? В наше время это нереально. Мне... То есть надо снимать такое кино такого уровня, которое можно прокатывать, там, скажем, в России там, и еще где-то, да? Тогда только это окупится. Да, потому что в Казахстане очень мало населения, поэтому, в принципе, это ну, в будущем возможно. Если фильм будет производиться на двух языках, на казахском, на русском, и с переводом, первый перевод на русском языке, то, конечно, можно конкурировать с российским фильмом, но в данное время это очень тяжело. Я очень хотел бы, чтобы с новым руководством и в ближайшее время что-то там поменялось. В этом году вот, мы вот запустили около 13 фильмов, и среди них, мне кажется, есть почти они Ставка, многие. Какой фильм делается из этих всех многие, фильмов? Это фильм «Золотой воин» Тимура Бекмамбетова. С его кинокомпанией вот, «Казахфильм» совместно выпускает один фильм. Потом с Егором Кончаловским вот, мы запустили фильм «Настоящий полковник» об афганской войне. Тоже совместный проект. А также с Давлетьяровым, да, «Соблазнить неудачника». Кроме того, то есть это есть... копродукция, да? Да. Идет, там, кроме того, вот
Кроме того, вот сейчас выпускается фильм, уже съемки начались, «Поздняя любовь» с участием Депардье, а также вот «Сказ о розовом зайце» Фархада Шарипова, а также есть два телесериала. За фильм на Депардье не разорится? Ну, я вот тоже хотела. Нет, он... Ему очень понравилось наше предложение, и он большой гонорар не требовал. Будем завязывать знакомство с очень интересным человеком. Ася. Без шикарных нарядов, бриллиантов и умопомрачительной любви любой фильм теряет всякий смысл. Он в прошлом чемпион по боксу. На данный момент он певец и музыкант. Юнус Давуда. Салим. Салим. И сегодня в гости я пришла не одна, а со своими сестрами, родственницами. Это Аля и Галя. Мы будем переводить сегодня. Да. We are translators today. Что-то я плохо училась в школе. Привет. Я Илюза Давуда. Вот-вот. Слушаешь. Меня. Специально для команды KZ. Специально. Специально. Для команды. Для команды. KZ. KZ. Рахмет. 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 Рахмет Казахстан. Рахмет Алмати. И рахмет нам, девочкам. Нет, нам, девочкам, Махабад. А, Махабад. Махабад. Вислав. Махабад. Махабад. For us. Махабад, Ася, Илья, Алия. All drag me. О! Ladies and gentlemen, we are in a very beautiful Kazakh house. It's really impressive. Мы в очень красивом месте. I feel.